Упор лежа или полтора. Это упражнение я узнал, когда 18 лет пошел в армию. Там она практиковалась еще со времен наших дедов, отцов и братьев, которые служили в рядах советской армии. Она является одним из самых популярных изометрических упражнений для проработки мышц пресса, стабилизации всего тела, акцентуации на работе стабилизирующих абдоминальных мышц и мышц средней части спины, закрытой цепи. Так что, друзья, все новое – это забытое старое. Сейчас это новомодное упражнение под названием планка. Понравилось видео – ставь лайк, подпишись на канал. Всем мир!